Насчет 18+. Я в одном из интервью слышал, ты говорил, что старшая Алиса, ну она первоклашка, поэтому старшая так весьма относительно, смотрит всю папину продукцию. Значит, вот это тот случай... Продукция как... тоже хорошее слово. Ну что, папины выступления, шоу. Вот это же, значит, не будет показано, да, дочери? Нет, это закрытая тема и не телевизионная абсолютно. Это... Можно посмотреть только... С женой новые проекты обсуждаются или... Абсолютно. Да? Конечно. Mm-hmm. Это мой первый зритель, мой критик. Потому что учитывая статус, да, секс-символа вот со всеми этими там Артуром и прочее, здесь высокий градус ревности должен быть у супруги-то, нет? Ну, поскольку женщина мудрая, поэтому этот градус достаточно низкий. Uh-huh. Ну, он адекватный, скажем так. Uh-huh. Потому что ревность — это тоже это чувство, которое, скажем так, не имеет логики, если оно превышает градус. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».